Следующая часть — прохождение основного сюжета игры GTA Vice City. Дела идут в гору, настала пора заняться автобизнесом. Будем угонять крутые российские тачки для автосалона. Сразу полетели к первому автомобилю, который стоит на стоянке у соседа. Первая тачка из списка. В этой версии игры это она. Осталось пригнать 5 крутых тачек. Не проблема. Продолжаем. Стой, падла! Вот и вторую тачку пригнали. Отлично, продолжаем. Начинать список всегда легко, когда хотя бы одна из списка появляется быстро. Чем дальше, тем сложнее. Долгий безуспешный поиск особо показывать не буду, конечно. Сразу буду переходить к моментам обнаружения нужного авто и его угона.
Последняя тачка из первого списка пригнана, автосалон для обычного прохождения игры пройден. И раз уж пошла тема автомобилей, следующим будем проходить таксопарк. Точнее, в данной вселенной, парк маршруток. Ох, какая красота! Хорошо, у нас есть первоклассная плата за провоз с острова Старфиш. Есть желающие? Вот, Томми, я это беру. Это моя плата. Назад, задница. Наглый бомбило конкурент. Придется его убрать. Давай, давай, начинай, быстро. Thank you.
Хорошо, только не обзывайся. Вызовите машины, мы теряем по плате по всему городу. Что с вами, ребята? VC Caps продолжает обходить нас. У них очень много машин. Мы не можем конкурировать. Не стыдочите, пойдите туда подслушать, чтобы вывести машины VC Caps из строя, а то мы обанкротимся. Central by force.
машина 13. У нас мисс Кортес просит именно вас. Окей, вот так. Машины 13 нет. Не видно, Мерседес. Ух, ё-моё, яйца похолодели аж. Сюда они не залезут, как в фильме «Дрожь земли». А миниган ускорит прохождение. А теперь пришла очередь ангелу-стражу Kaufmann Caps есть крыло. Сейчас еще одного из минигана в открытом поле быстро положим, и миссия пройдена. Таксопарк пройден. Теперь поедем развозить мороженое. Все в духе основной тематики данного видео. Еще миссии на четырех колесах. При сохранении и перезагрузке на фабрике фургон исчезает. Надо немного отъехать и вернуться. Лучше всего уехать на фургоне на второй остров, точнее на первый. Там не кишат вражеские банды, которые могут мешать. I
Thank you.
Теперь давайте пройдем типографию. Для более легкого и быстрого прохождения обеих миссий нам понадобится вертолет. Мистер Версетти, эй, вы купили старые печатные мастерские? Да, мой старик там когда-то работал. Я жил совершенно другой жизнью. Вы планируете продать старые машины? Я думаю, мы можем что-то напечатать, газету или журнал. Ох, мусор, сынок, старый мусор. Нам всегда хотелось печатать деньги. Это несложно. Вы знаете, я понемногу этим занимаюсь уже давно. Серьезно? Конечно, но нам нужны качественные платы. Конечно, во Флориде уже есть синдикат, который подделывает деньги. Синдикат? Да, но я слышал всего лишь слухи. Я знаю человека, знакомого со слухами. Человек. Все, что я знаю о фальшивом Нале, так это то, что клише дали триады. У них есть корабельная компания в доках. Там есть босс, и он должен знать, когда прибудут клише. Спасибо, Пол. Что с вами такое? Вы маньяк! Налейте мне еще раз, быстро!
Тут просто прорываемся с боем и добываем нужную информацию. Кто вы? Ой, и только не в лицо, только не в лицо! Окей, я скажу, я все скажу! Итак, курьер сегодня перевозил Клише из доков. Я его перехвачу, заберу Клише, оторвусь от хвоста и вернусь сюда. Сейчас, в зависимости от успеха, у нас будет 5 минут, чтобы напечатать деньги, пока синдикат фальшивомонетчиков не найдет нас, или у нас будет год. Все равно я хочу, чтобы 5 минут после возвращения зелень сыпалась в мой карман, понятно? Не волнуйся, мы будем готовы. Мы с парнями будем поблизости на случай, если вам потребуется позаботиться о хвосте. Все хорошо, поняли? Увидимся. Тут очень важно долететь до крыши раньше, чем на место встречи прилетит курьер. Поэтому вертолет готовим заранее. Его.
как только курьер выйдет, валим его, а также тех, кто попытается забрать чемодан, но не вертолет. Забрать тарелки. И просто спокойно возвращаемся в типографию на этом вертолете. Типография пройдена. Проходить ли оставшиеся миссии, которых много или нет, это уже по желанию. А основной сюжет теперь можно закончить за две миссии. Вот мы и получили важный телефонный звонок, который открывает две последние сюжетные миссии. Окончание прохождения основного сюжета смотрите в следующем видео.